Так, вот мои николаевские белохвостые, сизые белохвостые, значит, вот сидят они по ячейкам. Это черные белохвостые смоляные, это мариупольские. Вот. Угу. Так. Вот это голуби продаются. Недорого. Угу. Вот. Это примачок. Голубок. Это тут это племенные в основном, но тут есть это дети ихние мартовские. Мартовские, да. Так, это не туда попало. Ага, не в свою ячейку. Так, это молочная голубочка. Вот. Это тоже этого года голубенок. Так. Да. Просто неудобно тут снимать. Есть пара этих пермяков. Ага. Пара пермяков, он ее на яйца гонит. Так что тут их у меня, значит, продажа штук 40 николаевских. Даже больше. Около полсотни. Так что если есть у кого желание, пожалуйста. Так, это вот голубка сидит на яйцах. Надо выкидать уже. Вчера одно было, сегодня уже, наверное, два. Я выкидаю яйца уже. Уже не нужны, все. Так что, вот парочка. Этим голубям, в общем, племенным, самое больше 3 года. Я старых, ихних уже родителей на Саратов отправил. Это самое старшим тут по 3 года. А то год, два, вот 3 самые старшие. Угу. Так что если есть желание у кого, пожалуйста. Угу. Да. Так, это у нас голубочка, да? Сейчас я дам, по-моему, голубка. Угу. Неудобно, конечно, так снимать. Так, ладно, в общем, продаются голуби. От 200 рублей до 500. В общем, если кому надо, пожалуйста, будем договариваться. Все.